Первые дозы спутника ВИ в Рязанскую область поступили еще в декабре. Их использовали для вакцинации врачей красных зон. Сегодня количество препарата возросло значительно, до 15,5 тысяч единиц, вот только распределение идет неравномерно. Не во всех больницах есть возможности для хранения, а внутренние протоколы у спутника ВИ довольно жесткие. В областной клинической больнице, например, запасы ограничены всего 300 дозами. Губернатор предложил помочь. 300 доз можно хранить, я так понимаю, в ОКБ. Да. Какие-то, может быть, нужно мощности нарастить, с учетом того, что будут появляться, в данном случае, желающие в большем количестве? Товарищ, мы об этом думали. У нас непосредственно рядом с нами находится как раз основной склад, куда поступает из федерального центра вакцина. Поэтому время доставки – это порядка 10 минут. Я так думаю, что вот мы с этим вопросом справимся. Если такая необходимость возникнет, то я думаю, что в плановом порядке мы эти вопросы решим. С учетом времени на медосмотр в ОКБ ежедневно теперь можно прививать до 60 человек. Хорошо, когда склад под рукой. А вот областная больница имени Семашко таким удачным местоположением относительно склада похвастать не может. Поэтому здесь решили серьезно потратиться. Сейчас мы закупаем морозильную камеру на 300 литров, что нам позволит одновременно хранить около 1000 доз. Это, в общем-то, очень прилично. Вакцинация также у нас проходит ежедневно. Мы привили 50 человек пока. Готовы прививать в одном кабинете по 30 человек. И в случае необходимости мы готовы открыть кабинет на базе больницы Семашко, на базе приемного отделения. В случае необходимости фраза осторожная. Пока что желающих прививаться рязанцев действительно не очень много. Пионерами массовой вакцинации готовы стать жители Шиловского и Сапожковского районов. Здесь уже очередь. Записываются и через портал госуслуг. А местный главврач Татьяна Монакина уже испытала препарат на себе. 14 января получено еще 80 доз вакцины гамковид-вак. И мы запланировали по 40 человек прививать, начав с сегодняшнего дня. Лично я только что сделала прививку, первую. Спасибо, Татьяна Ивановна. Ну и как вы себя чувствуете сейчас после прививки? Ну вот видите, я с вами общаюсь нормально, ничего не болит. Одно из главных поручений губернатора чиновникам – внимательно следить за другими регионами и нарабатывать практики. 11 пунктов вакцинации Рязани может и не хватить. Возможно, под пункты подойдут пустующие ныне помещения театров и домов культуры. Максим Васильев, телекомпания «Город».